Всем привет, это снова я. Хотел для Юрика специально показать, какая есть разница. Вот, допустим, цены на заправки, да, такие. Сейчас мы проедем в деревенскую заправку. Сравним там, какие цены на заправку будут. Вот. Ну, примерно вот такой маленький городок. А мы сейчас поедем в пригород. Будем смотреть. Ну и как бы вот мы сейчас заедем, выйдем из города, можно сказать. Так вот. И посмотрим, что нас ждет. Вот мы выехали за город. Едем примерно по проселочной дороге от одного города. Сделали. В принципе, ничего такого сложного. Как говорится, это вот эта заправочка есть такая небольшая. Заправочка такая, просто бочка стоит, насос стоит и касса стоит. Да? Сейчас я хочу показать. И она как бы, нету продавца, нету никого, да, чтобы кто бы ее обслуживал. Поэтому цена дешевле, примерно где-то всегда она от 2 до 5 центов. Да. И она стоит как бы в колхозе, совхозе. Это тут мельница или не знаю что, короче. Подходите. Это кто-то потерял. Пошли. Подходите, допустим. Это поднимается. У меня есть такая карта, она нумерованная. Да? Я ее вставляю. Здесь стоит. Сейчас в данный момент. Но если я вытащу, возможно, она сработает. Ну, нет, не сработает. Так, ладно. Так, может, у меня карта грязная. Ну, это, как всегда, прикол. Когда хочешь, чтобы получилось, да? Не получается. Или нужно повешать автомат немножко. Может быть, она сработает. Там стоит, что спайс опять засунуть нужно. Понял. Вот теперь, короче говоря, такая фигня появляется. Сейчас я ввожу код свой. Ввел, вот стоит цена. Сколько стоит? Снимаю. Ударяю, да? Здесь идет, это под конце месяца. Сколько было литров куплено. Такой счет, можешь выбирать вид оплаты, как ты хочешь расплатиться по счету, да? Вот такой вот контроль. Как оно работает? Все. Если есть вопросы, пишите, подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Буду очень рад. Все.